Для этого на площадке включают систему подземного отопления. Делают это не резко, а каждый день, прибавляя полградуса, чтобы земля оттаивала естественным образом. Насколько готова арена, лично проверил глава региона Глеб Никитин и первый заместитель главы Минстроя России Леонид Ставицкий. Они также оценили единый центр управления стадионом. Важнейшие процессы, например, системы кондиционирования или пожаротушения, будут управляться автоматически. Таким образом, все службы и сервисы во время соревнований будут взаимодействовать между собой. Сейчас на объекте работает более 2500 человек.